Всем привет, это Бостон. В Моблу подвезли обновление 1.4.58. Мунтоны постоянно обновляют и пытаются совершенствовать свою игру. В этом патче много всего интересного. А ты знаешь, какую игру обновляют так же часто? Raid Shadow Legends. Например, недавно в игру добавили боевой пропуск. Когда устал от потных каток в Мобле, я играю в Raid. Тут все максимально брутально и эпично. Прямо сейчас откроем осколок, чтобы получить нового чемпиона. Ух ты, эпический герой! Ты посмотри на его шрамы! Пожалуй, я его прокачаю и включу в свой отряд. А теперь самое интересное. В период с 1 по 30 марта Raid проведет специальный конкурс для всех новичков, которые скачают игру по моим ссылкам в описании. В нем будут разыгрываться 6 iPhone 11, а также Raid проведет розыгрыш специальных призов среди самых прокачанных новичков. До конца месяца у тебя будет шанс получить 2 мощных игровых ПК и MacBook Air. Качай Raid только по моим ссылкам и получи 50 тысяч серебряных монет, а также эпического чемпиона в качестве бонуса для всех новых игроков. Удачи и жду тебя в рейде. Скины. Скин на Кимми будет доступен 7 марта за 749 алмазов и, как всегда, в первую неделю скидка 30%. 9 марта будет доступен скин на Кусаку «Щелкунчик». Стоимость также 749 алмазов и также 30% скидка в первую неделю. В прошлом видео мы разыгрывали 2 скина на Нану и на Кимми. Победители Азазель, который выиграл скин на Кимми, и Крошка Картошка. Поздравляю со скином на Нану. Я уже добавил вас в игре, подтверждайте запрос на дружбу, и через 7 дней я подарю скины. Ребята, кто не выиграл, не расстраивайтесь. Вы знаете, что на моем канале розыгрыши проходят часто. Смотри внимательно каждое видео. Розыгрыш может спрятаться где угодно. С сегодняшнего дня по 13 марта доступны бесплатные герои. Минотавр, Баданг, Джонсон, Иритель, Алдос, Кусака, Кимми и Минситар для всех игроков. А дополнительно для звездных участников будут доступны Чу, Ангела, Тризла, Кайя, Фарамис и Грейнджер. Бафы и нерфы. Сесилиан. Удар летучей мыши. Базовый урон от скилла уменьшен на 10 и 20 единиц на всех уровнях. Но зато бафнули ульту, увеличив урон с 30-40 до 35-55. Снижение урона с первого скилла практически незаметно. А вот усиление ульты достаточно приятное. Напомню, что в предыдущем патче его сильно нерфанули, уменьшив размер маны и получаемую ману с пассивки. Маша. Древняя сила. Увеличен бонус лайфстила после потери первого хп бара с 20 до 25, а после потери второго хп бара с 30 до 40%. Сильвана. Снизили урон от спирального удушения со 180-270 до 165-255, но все же это выше, чем сейчас на основном сервере. Валир. Кулдаун второго скилла увеличили на 1 секунду на всех уровнях. И также увеличили затраты маны с 65-90 до 80-110. Способности. Стратегия игры в 5 флеймшотов на высоких рангах не впечатлила мунтонов, и они увеличили кулдаун флеймшота с 35 до 50 секунд. К концу сезона все игроки, достигшие ранга мастера и выше, то есть грандмастер, эпик, легенда, мифик, получат скин на Клинта, охотник на ведьм. Ирония в том, что предыдущий сезонный скин на Фашу называется «Чарующая ведьма». События и ивенты. Добавили ивент Interstellar. Можно будет получить различные награды за раскрутку рулетки. Крутить можно будет за алмазы, каждый день получая скидку в 30% на первый спин. И можно будет получить небольшие бесплатные награды один раз в день. Системные изменения. Улучшают качество соединения сети, добавив новую функцию. Для ее использования нужно будет включить мобильную сеть и Wi-Fi. На данный момент анонсируют работу функции только на Android,
то, скорее всего, к выходу патча на основной сервер функция будет работать и на iOS. Но это только мое предположение. Ачивки. Добавили новые ачивки. Две, связанные с турниром MCL, и одна к ивенту с Атласом. При просмотре стримов теперь можно будет посмотреть описание способностей и предметов, которые использует стример. В Magic Chess добавили двух новых героев. Эгги. И Лил Харли. Озвучка. Озвучили фразы по поле купы. Сейчас их очень много и, скорее всего, часть уберут. Don't go away. Our game isn't over. You took me by surprise. I give you that. They are gonna be so impressed by us, aren't they, Koopa? Koopa is Popol's best friend and only friend. Uh-oh, I'm running out of pranks to play. Yo, yo! Come and protect me, Koopa! You know what? Carrying four fools to victory isn't easy. Don't move, don't move! I'm aiming my spears at you! These people are so boring! Go, Koopa! What are you laughing at? I am the bravest boy in Northern Vale! Don't mess with Popol! Yo, yo! Time to beat them up, Koopa! You just blocked my way, dumb-dumb Koopa! Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. И пускай тебе не смущает, что до конца ролика осталось еще 30 секунд. Все, выключай. Ничего не произойдет. Ничего, кроме розыгрыша на новый скин Кусаки! Правила те же. Комментарий «Хочу скин на Кусаку», твой ID и более 50 игр, сыгранных на этом герое. Подписка на мой канал и открытые подписки на YouTube. Вот теперь пока.